Sabloma. Даже в богатом талантами мире бокса Василий Ломаченко стал сенсацией. Неуемно расширяя коллекцию титулов, Лома первым в истории за 12 боев покорил пояса трех весовых категорий. И спустя декаду на ринге он продолжает удивлять. Сегодня мы полюбуемся на лучшие работы Василия Ломаченко, мастера кулачного ремесла, который играючи двигает грани реальности. Здорово, снизу и сбоку. Какая атака. Здорово. Под руководством отца Василий рано начал заниматься боксом. Пойдя по стопам многих легенд бокса, он выиграл золото Олимпиады в 2008. Через 4 года украинец повторил достижение в Лондоне. В 2013-м Лома перешел в профи, разбомбив корпус Хосе Рамиреса. Василий без разогрева оспорил полновесный титул против ветерана Орландо Солида. Встреча проходила ровнее, чем планировалось. На исходе Ломаченко точно пробил. И оставшуюся минуту пытался уложить противника на настил. Судьи раздельным решением увидели победу Солида, который к тому же нанес десятки ударов ниже пояса, незамеченных рефери. Однако Василию долго расстраиваться не пришлось. Ему дали второй титульный шанс и свели с Гарри Расселом в июне 2014 года. Руки небитого американца называли одними из быстрейших в боксе, что подтверждалось обилием распятий в 24 победах. На старте битвы левшей Ломаченко делал ставку на удары рабочей рукой. Рассел выцеливал коронный правый боковой. Лома отреагировал прострелами по средней зоне, а также значительно повысил эффективность джеба. Ближе к экватору в дело активнее пошли двухэтажные комбинации. В пятом Василий забросил оверхенд и перешел в нападение. Во второй половине он вчистую переигрывал соперника. Американец пытался давить, но нарывался на правый крюк и вскоре откатился к канатам. Лома окончательно захватил контроль и доносил каждый поставленный удар. В концовке Рассел лишь чудом не отбыл искать зубы за канатами. По итогам Василий взял решение и покинул арену с первым значимым поясом уже в третьем бою по профессионалам. В следующих появлениях в ринге Лома делал то, что умеет лучше всего. Находил бреши в бесполезной обороне оппонента. И по ходу действа он, не переставая, развлекал публику. Молодец! Здорово, снизу и сбоку. Какая атака! Здорово!
Однако, третья защита превзошла предыдущие. Джорнимен Ромуло Куасича быстро позабыл, что Ломаченко всего лишь человек. Василий открыто глумился над соперником в ринге. Как по мешку отрабатывал затяжные серии у канатов. They would love it. Over Pacquiao already. So it's 1-1. Сича fight back. Gutty fighter. Ромуло Куасича doing the best he can. Разгонял патентованные угловые атаки, пока у мексиканца не начинала кружиться голова. He can be quicker than everybody else like that right there. He can make moves and pivot around. He can do anything. I find Lomachenko very entertaining. I think this stuff is really entertaining. How he got to this moment in this fight. И неумолимо накручивал градус абсурда. В 10-м раунде Лома опустил занавес. We can talk a lot about how he's learned his way into this position, but and Kostic is done. Очередью бодишотов Василий оформил нокаут, а Куасича ушел писать в ООН, чтобы издевательства Ломы запретили Женевской конвенцией. Ломаченко! После такого представления у Ломаченко закончились претенденты, и он запрыгнул во второй полулегкий вес. Сдавать пояс WBO в июне 2016-го вызвали Романа Мартинеса с рекордом 29-2. С самого пролога Василий контролировал геометрию боя и бросал левую. Он качал корпус и арену, а также активно прикармливал оппонента по среднему этажу. Мексиканец лишь изредка огрызался. Ломаченко его без промедления наказывал. I think Lomachenko's popularity, as he's whitewashing. И безостановочно беспокоил кроссом в голову. В четвертом отрезке Василий откровенно колотил левой по уровню. В перерыве он получил наставление отца. Да, да, надо насыпать. И в пятом в точности его исполнил. Мартинес проглотил оверхенд, но пропустив апперкот с правым хуком, камнем ушел на дно. Следом Ломаченко замучил Николаса Уолтерса. За непобедимого ямайца Василию впервые заплатили миллион долларов, и он отработал каждый цент. Психология Уолтерса не выдержала унижения, и он сдался перед 8-м раундом. Walters is completely confused. Lomachenko's only picked up. Tied up again. Lomachenko pulls up, makes sure. Ямайц покинул спорт на 7 лет, а Лома стал боксером года. Во второй защите от апреля 2017-го на убой пошел Джейсон Соса. Чемпион WBA уже в дебюте был пробит в корпус. Далее американец терял мобильность у канатов, и Ломаченко включал дикий режим с безумными сериями. В открытом поле соперник и подавно не успевал за круговыми движениями чемпиона. Лома неприкрыто куражился. The fights that he had on his resume, you would think. Jason Sosa talked trash to him at the end of the last round. Ломаченко is. Соса страдал под шквальным огнем ровно до конца 9-го отрезка.
And Ломаченко... I think it's a little bit of mercy there. Exactly. That he's throwing. I think exactly. It's, he is mercy. Showing mercy. Неизбежная сдача со стула не заставила ждать. Good for Rivas. Ломаченко! Остаток 17-го года Василий провел за зачисткой дивизиона. Не желая обижать очередного претендента, Лома подарил ему возможность раскрыться. Но дальнейшие нокдауны окончательно сломили оппонента. Попал под раздачу и небитый кубинец Гильермо Ригондо. Двукратный олимпийский чемпион вытерпел в тотальной беспомощности лишь 6 раундов. По истечении первой половины он сдался в углу. После 2 лет в категории с Ломаченко никто не хотел драться, и в 2018-м он ушел в легкий вес. Встретил его Хорхе Линарес, трижды защитивший пояса WBA и ринг. Известный тяжелым ударом, он тогда шел с 13 победами к ряду. Венесуэлец не подвел и в очной встрече. Габаритный Линарес выжидал и жестко отрабатывал вторым номером. Он добавлял силовые в нападении. А также грамотно пробивал по торсу. Скоростной Ломаченко работал на надежность и привычно инвестировал в корпус. В одном из эпизодов Василий повредил правую руку. Лома был вынужден свести к минимуму ее использование, сосредоточившись на работе левой. Хорхе держался плана и умудрялся перебивать Василия в количестве ударов. Лома будет иметь свой путь с ним. В ответ украинец на характере вернул в дело правую. Подняв темп, он решил ввязываться в размены. В 6-м раунде Ломаченко открыто гонялся за соперником и сам позволил тому прицелить удар справа. Впервые в карьере он побывал в нокдауне. Лома быстро восстановился, тем не менее, Линарес почувствовал прилив адреналина и начал разряжаться. С 8-й трехминутки они перестреливались еще охотнее. Ломаченко. Look at him place that jab. Хорхе не терял запал до 10-го отрезка. Однако Василий сконцентрировал свои атаки на печени, и Хорхе быстро поплохело. Really high level stuff. Unbelievable stuff. Right in the center of the ring. Идеальным бодишотом Ломаченко сокрушил не только соперника, но и исторический рекорд. Ему хватило всего 12 выступлений, чтобы завоевать чемпионские пояса в 3 весовых категориях. Василий провел еще 3 успешные защиты. Занял первую строчку в рейтинге Pound for Pound. А также, добрав пояса WBC и WBO, стал объединенным королем весовой. И
Из-за пандемии Лома только в 2020-м получил шанс стать абсолютным чемпионом. Владеющий титулом IBF Теофимо Лопес все 12 раундов выравнивал близкий бой. Причувствуя чехарду на судейских карточках, Василий пытался заземлить Лопеса на настиле. Но слишком поздно включился. Американец терпел и отвечал до финального гонга. После подсчета баллов Ломаченко решением лишился поясов. Через год украинец вернулся досрочкой против заезжего японца. Затем он показал свою актуальную форму с Ричардом Коми, бывшим чемпионом при 27 нокаутах в 30 победах. В завязке Лома был непривычно сдержан. Но вскоре разогнался и вышел на стандартные обороты. Боксер из Ганы 6 раундов мужественно держал удары, пока Василий накручивал углы и обрабатывал его всеми доступными комбинациями. В седьмом он наконец взломал оборону соперника. Ломаченко просил угол африканца об остановке. Те отказались, и Лома вынужденно продолжил рихтовать оппонента. С этого момента он волновался больше не за бой, а чтобы не уложить Коми в кому. В заключительной третьей Ричард начал оживать. Впрочем, поймать Василия ему было не суждено. По итогам 12 раундов избиения африканцу удалось удержаться за жизнь и самостоятельно покинуть ринг. Разгромно выиграв поединок, Ломаченко получил минорный пояс и вернулся в титульную гонку. Сейчас Василию 35 лет, что очень немало для весовой. Скоро он встретится с абсолютным чемпионом мира Девином Хейни, которого все эксперты видят большим фаворитом. Независимо от результата боя, своим уникальным мастерством Ломаченко уже обеспечил себе место в зале славы. В стиле матрицы он пронесся через три весовые, заставляя бывалых чемпионов выглядеть любителями. Надеемся, что парад его хайлайтов еще далек от завершения. Если понравился ролик и хотите видеть новые топы с виртуозами больших перчаток, то не жалейте лайка, подписывайтесь на канал и помните, настала эра!